Владельцы кафе на набережной Оби обратились за поддержкой к бизнес-омбудсмену. Напомню, в мэрии решили демонтировать павильоны в связи с новой концепцией развития этой территории. Предприниматели заявляют, что терять бизнес им приходится из-за пробелов в законодательстве. Мария Черешнева разбиралась в ситуации. О решении городских властей полностью изменить концепцию и внешний вид набережной владельцы этих кафе узнали летом. По сути, их поставили перед фактом. Здесь не должно быть питейных заведений, значит, павильоны нужно сносить. Парадокс, но в список объектов под снос попало и детское кафе. Там алкогольного меню никогда не было. Теперь нет и самого заведения. Оно находилось как раз на этом месте. На днях предприниматели обратились за помощью к новосибирскому бизнес-омбудсмену, ведь никаких четких планов и документов по развитию новой концепции им никто так и не предоставил. Выгоняют, но не предлагают альтернативы. Коммерсанты не понимают, почему все решили вот так, в одностороннем порядке. Многие кафе находятся на набережной больше 10 лет. К тому же, по словам предпринимателей, много лет они сами ухаживали за набережной. Мы все сюда вкладываем свои деньги. Мы облагораживаем, мы убираем, мы охраняем территорию, в конце концов. Нам просто отрезают воду, трубы, которые мы сами оплачивали, что мы сами предприниматели здесь все делали за собственные деньги. Почему-то новые руководители считают, что нам можно прийти и все отрезать. Мэрия отвечает, их требования законно. У них нет договора аренды земельного участка. У них нет, эти участки не включены в схему размещения нестационарных объектов в городе Новосибирске. Сегодня администрация Октябрьского района запустила механизм принудительного демонтажа данных объектов. В 2006 году эти павильоны действительно оформили как мобильные объекты. На тот момент все в рамках закона. В марте прошлого года земельный кодекс изменили, и статус таких площадок не урегулирован до сих пор. Кроме того, за последние полгода трижды менялся хозяин набережной. То она принадлежала городу, то Зайцевскому парку. Теперь это муниципальное предприятие «Михайловская набережная». Но от того, что мы перекладываем из одного кармана в другой, это же не перестает публичным местом быть, важным местом, да? И не должны меняться правила, что произошло, скажем, при первой передаче. Поэтому я полагаю, что нет оснований для прекращения работы. Когда будет ясность, тогда и нужно принимать решение. Ясность можно ждать уже в декабре. Тогда планируют собрать всех заинтересованных лиц и экспертов на заседании за круглым столом, которое может стать крупнейшим в истории города. Мария Черешнева, Игорь Комогорцев, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.